Всем приветики. Сегодня случилось то, что не случалось со мной еще никогда. Мне приснился кошмар. Я проснулся в 2 часа ночи, мне хотелось в туалет, но как-то лень было вставать, я лежал и задремал. И в этот момент, когда я дремал, мне приснился кошмар. Правда, сейчас уже утро, я не помню, что конкретно там было. Нужно было сразу записать это видео после того, как я проснулся. Но я решил, что запишу утром, а утром я уже толком и забыл, что там было. Напомню, что я то ли убегал от кого-то, то ли меня кто-то преследовал, то ли следил за мной кто-то. Ну что, и мне так страшно стало. Я проснулся от того, что у меня сильно бьется сердце. То есть я проснулся от страха. Я еще никогда в своей жизни не просыпался от страха. От дрели просыпался, от молотка. Но от страха еще никогда. Это был вот первый раз в жизни, когда я от страха проснулся. Я открыл глаза, и у меня колотилось сердце. И мне было, ну, такое состояние, как будто паника. Вот. Но я сейчас уже не вспомню, что именно мне приснилось, но за мной вроде как кто-то то ли бежал, то ли что-то такое. Мне страшно стало. Причем там все такое, типа, ну, как будто бы происходит на самом деле. Вот. И ты просто от страха просыпаешься. И я лежал, мне колотилось сердце, я еще думал, может пойти успокоительное выпить. Но как-то мне... Ну, когда я уже проснулся, осознал, что все нормально, типа, что это сон, и я вообще в шоке был, что неужели можно из-за сна так испугаться, что аж сердце колотится. В итоге, ну, как-то более-менее быстро прошло, я все-таки поднялся, сходил в туалет. Уже было 2:50 ночи. Вот. Лег и потом уже и заснул. Хотя если бы я сразу поднялся, сходил в туалет, то я бы заснул и не дремал. Я именно задремал, потому что мне хотелось в туалет. То есть, ну, организм, ну, как бы давал сигнал, что тебе хочется в туалет, и поэтому ты и не мог сразу заснуть. А если бы такого сигнала не было, я бы сразу заснул. Так я еще лежал, что-то крутился, в итоге задремал. Вот, так что такая ситуация со мной приключилась. Жалко, что я сразу вот это вот видео не записал, я бы тогда смог рассказать более подробнее все эмоции и рассказать точно, что я увидел во сне. А так я не могу рассказать, потому что я уже не помню. Самое интересное, что когда я сплю, мне не снятся сны. Они снятся только тогда, когда я дремлю. То есть, когда я засыпаю, организм полностью отключается, все, я уже ничего не знаю, просто отключился и потом просыпаюсь. А вот именно когда ты дремешь, то есть и не спишь, и не бодрствуешь, а какое-то такое серединное состояние, вот тогда организм начинает тебе что-то, какие-то мысли показывать, и в этих мыслях может быть что угодно. Но такое впервые. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедова.